Здравствуйте, вы на канале «Уралспецтранс». Наша компания получила одобрение типа на производство спецтехники с газодизельными двигателями. Модельный ряд пополняется различной техникой специального назначения на шасси «Урал-М» с бескапотной и капотной кабиной. Добрый день! Чудо-юдо первый раз вижу. То есть это, наверное, ну, одна из первых, и если не единственных машин, которую завод выпустил. Ну, все, наверное, слышали про использование газа в качестве топлива на легковых машинах. Это давно уже пропан у нас, половина ездит на пропане. Перед нами Урал, который работает на метане. Почему вот. Чудо-юдо? Ты понимаешь, это грузовой автомобиль, у которого вот где-то 2 тонны веса, хотя могу ошибаться, ну точно больше тонны. И вот это расстояние, то есть, ну тут с полезными зазорами, 7 метр, наверное, получится. Ну так, сантиметров, наверное, 70-80, плюс зазоры, метр. То есть полезного пространства занимает вот баллоны. То есть вот я тут насчитал, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 баллонов, что ли? 1, 2, 3, 4, чертова дюжина баллонов. С давлением 200 атмосфер. Такая гремучая смесь за спиной водителя. Ну не знаю, говорят, собственно, ездит народ. Нормально ездит. Экономия получается почти в 3 раза. Ну, по самому топливу, не учитывая стоимость переделки. То есть вот эта машина, я вчера бегло просмотрел прайс завода. Она по сравнению с обычным Уралом, у нее разница что-то в миллион. Ну, то есть, я так понимаю, миллион — это вот это вот оборудование, баллоны. То есть баллоны, они газ-метан под давлением около 200 атмосфер. То есть внутри металлическая оболочка, а снаружи еще стеклопластиком обмотана со смолой. То есть дополнительное упрочнение. Вообще, когда я сюда ехал, мне советовали близко к машине не подходить. Но я подъехал, думаю, ну стоит же, ну ладно, подойду. Давно же стоит, ничего не случилось. Не подходить. Ну, 200 атмосфер. А как ездить тогда на ней? Не, ну ездят как-то, что. Тут. Мы приехали на ней. Ты на ней ехал? Ну, это я так шучу, конечно. Мы всего нового боимся. Ну, из плюсов, значит. Из плюсов стоимость газа данного получается почти в 3 раза дешевле солярки. Газ не содержит вредных примесей, там, типа серы, углерода, которые, значит, в процессе сгорания образуют кислоту, которая разрушает двигатель. То есть двигатель на газу будет работать дольше. То есть ресурс у него будет больше. Опять же, поскольку газ, собственно, сгорает чище, у нас выхлоп чище. То есть мы же за экологию боремся. Все, у нас там Евро-5, Евро-6 уже. Машина уже не ездит, там скоро Евро-7 будет. Но мы боремся за экологию. То есть газ при сгорании, ну, практически не выделяет вредных веществ, выбросов. Еще какой плюс. Газ, в отличие от солярки, он со стенок цилиндров не смывает масляную пленку. То есть когда, ну, двигатель дизельный или бензиновый со впрыском, то есть топливо впрыскивает, она масляную пленочку все равно подъедает, смывает. То есть газ не смывает, пленка остается масляная на стенках цилиндра целая, то есть, ну, тоже увеличение ресурса, дольше работает, и как следствие можно межсервисный интервал, то есть замену масла увеличить, что там в проспекте, в рекламном, до 30 тысяч километров. То есть если на обычном двигателе, там, дизельном, это 10-15 тысяч межсервисный интервал по замене масла моторного, то здесь можно межсервисный увеличить до 30 тысяч. Снижение стоимости перевозки груза за счет уменьшения стоимости самого газа — это все плюсы. Теперь что сказать про минусы? Ну, понятно, вот такая балда за кабиной, то есть она вынуждена ведет за собой увеличение всей машины, то есть, собственно, это будет мешать надстройке, полезному объему перевозимого груза, какой-то надстройке она будет мешать. Плюс, вернее, минусы какие еще? Развесовки. То есть вот все это весит вместе с этими баллонами, 13 баллонов весит порядка, ну, почти 2 тонны весит. То есть 2 тонны, которые большей частью сосредоточены за кабиной, это нагрузка, опять же, большая часть нагрузки будет приходиться на переднюю ось. То есть это снижение полезной грузоподъемности всего автомобиля. То есть если у нас шасси вообще это 12 тонн грузоподъемности, то тут 2 тонны отнимите, которые на переднюю ось приходятся. То есть, ну, у нас останется полезной грузоподъемности меньше 10 тонн. Двигатель такой, он требует серьезной доработки. То есть вот, в частности, здесь
чисто газовый двигатель, то есть он только на газу работает. Есть еще газодизельные двигатели. Там есть возможность использовать и солярку, и газ. Здесь чисто газовый двигатель, он серьезно дорабатывает. То есть обратно его без, опять же, доработок вернуть на эксплуатацию одним дизелем не получится. В чем особенность? Газ, он не воспламеняется, как солярка, от сжатия. Вернее, он воспламеняется, но у него температура воспламенения около 700 градусов. У солярки, по-моему, 380 градусов. Его просто подав в цилиндр, он не воспламенится, как солярка. Поэтому сюда ставится система воспламенения, как на обычных бензиновых двигателях, то есть с помощью искры. Здесь стоят свечи, здесь стоят катушки зажигания, вот их видно, вот они 6 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6 катушки зажигания, и вот высоковольтные провода идут, значит, свечки. То есть каждый цилиндр воспламенения идет от свечи. То есть это, ну, минус, это усложнение, как бы, конструкции дизельного двигателя. То есть как бы в какой-то мере возврат в прошлое. Требуется доработка двигателя в плане увеличения камеры сгорания. Либо прокладки под головку блока ложатся, либо поршни стачиваются. Ну, то есть там вариантов много доработок. Но, тем не менее, тоже минус. То есть это все удорожание. И, наверное, на сегодня основной минус такой машины с таким топливом, это количество заправок у нас в России. То есть на сегодняшний день, вот, допустим, у нас в городе вообще нету таких заправок. Да, вот эту машину мы получали с завода, то есть ее где-то там же на заводе и заправляли. Конечно, со временем, возможно, это будет все развиваться, и количество заправок будет больше, и тогда, ну, посмотрим. Мне как бы вот все бы ничего, да, лично я не знаю. Вот если бы, собственно, тот же объем газа для перевозки, вот грубо говоря, да, вот здесь, если вот этот же объем взять, солярки здесь бы хватило даже не на 1000 километров, скажем так. Вот если смотреть, то здесь у нас вот сколько тут по объему? Наверное, 80 литров, да. Ну, 80 литров, плюс они круглые, 800 литров, грубо говоря, если по окружности взять. Но здесь же еще пустота, то есть солярка бы заняла все пространство, если бак такой сделать. То есть здесь бы было бы, ну, тут почти бы 2 тонны солярки вошло. 2 тонны солярки, это на несколько тысяч километров хватит, да плюс здесь еще. А вот этого газа хватит на 500-600 километров, собственно. То есть объем занимает большой, а энергии, сосредоточенной в этом топливе, получается мало. И минус какой еще этой машины? Время заправки. То есть вот чтобы заправить газовые баллоны, гораздо больше надо времени, чем заправить, собственно, соляркой, да, дизельным топливом. Стоимость 1 000 000 рублей. Вот доработать такую машину такими двигателями – это 1 000 000 рублей. Поэтому частники на новые машины они вряд ли будут, я думаю, покупать, ну, такие машины. В основном сейчас заказчики – это те организации, которых, скажем так, в приказном порядке заставляют переходить на такую технику, эту структуру «Газпрома». Там у них топливо, по большому счету, оно халявное, ну, то есть дешевое. Его вопрос только сжать, то есть специальные станции компрессорные, его сжать и залить. То есть там, наверное, да, то есть в первую очередь пойдет оттуда, и, может быть, там и останется, не знаю. Хотя, говорят, есть, как бы, кто-то мне рассказывал, что в Таиланде чуть ли не половина машин ездит именно вот по поводу... Я сам не был в Таиланде, но вот люди рассказывают, что, кто обращал внимание, половина техники ездит с такими движками, ну, именно на метане. А, еще какой момент хотел сказать. Вот у нас в свое время вводили, ну, в основном на легковые автомобили пропановый газ, топливо. Ну, там давление небольшое, там порядка что-то 15 или 16 атмосфер, но тем не менее, то есть в принципе и количество заправок по России достаточно много. Но что опять же у нас придумали на сегодняшний день? То есть у нас начали требовать машины, которые, значит, доработаны под пропан, требовать документацию на переоборудование. То есть если у нас стоит 30 тысяч, грубо говоря, оборудовать легковую машину пропановым топливом, ну, всей аппаратурой, и еще 1030-40 сверху сейчас требуют, чтобы сделать официально, провести переоборудование. И, собственно, вся эффективность свелась на нет. Как бы здесь, ну, помимо того миллиона, который здесь прилип к стоимости переоборудования двигателя и аппаратуры, еще не прилипла документация еще стоимостью в миллион. Поэтому время покажет. Единственный бачок с соляркой, который остался, я так понимаю, что это, да, это солярка должна быть. Сейчас мы определим. По запаху? Да. Чем пахнет? Соляркой, по-моему, пахнет. Ну-ка, соляркой пахнет? Я запускал уже. Ты запускал? На камеру не передать. Не, хорошо, кстати, пахнет. Выхлоп не такой приятный. Подогреватель жидкостный дизельный стоит. По пропану есть проблемы с пуском в холодную погоду.
По метану проблем таких нету, по крайней мере, то, что пишут. То есть метан нормально воспламеняется вот от этой системы. То есть в мороз проблем больших не должно быть. И по расходу топлива, по объему, если судить, то, как они заявляют, ну, опять же, в таком щадящем режиме при движении равномерно по ровной дороге, там где-то перерасход по газу получается процентов на 20 больше. Ну, не знаю, это, может быть, это только реклама. Вот он стоит подогреватель, так понимаю, вот она, к нему эта топливная трубочка идет с солярочкой. Вот. А в остальном, кстати, это двигатель EMZ-536, рядный. Я даже не знаю сейчас, какая у него мощность получилась после того, как его на газ перевели. Но доработан именно под газ. Ну вот тут не видно, чтобы головку блока как-то поднимали, а скорее всего поршни стачивали. Чтобы объем камеры сгорания увеличить, чтобы примерно остаться в той же мощности. Но это редуктор, наверное, стоит какой-то, да, редуктор понижающий стоит. Потом вот она трубка пошла на фильтр, да, фильтр, потом пошла трубочка у нас. Подожди, нет, это вот она с редуктора пришла. С редуктора на фильтр. А, вот она сюда пошла, и вот она пришла. А, ну вот они, форсунки, все-таки впрыскивается, газ впрыскивается. То есть вот это, как она называется, рейка, да? Рейка и форсунки. То есть газ впрыскивается, у нас получается под давлением все равно. И свечами поджигает. Слушай, а если тут получается идет с баллонов и понижающий редуктор, тут не надо насоса высокого давления, как у этого, у дизеля, да? То есть он уже же идет под давлением. Правильно? Да, правильно. То есть по логике здесь нет насоса как на дизельном двигателе, который создает давление. Газ уже из баллонов поступает с давлением. Да, хочу сказать, что мы не готовимся, ну, сильно по большому к выпуску роликов. То есть, ну, так, экспромтом получается, поэтому сильно нас не судите, у нас ошибки могут быть. И вы нас даже поправляйте. То есть, бывает оговариваемся, бывает что-то неправильно говорим, поэтому поправляйте нас. Мы обижаться не будем, но если без мата, конечно. Ну вот по этой машине, наверное, все. Да, до свидания. На этом пока все. Не забывайте подписывайтесь на канал Урал Спецтранс и задавайте свои вопросы в комментариях. Всем пока.